Все проходит, но память о настоящем человеке остается навсегда. В детской школе искусств номер 1 прошел вечер памяти Бориса Алексеевича Попова, выдающегося педагога, бывшего руководителя детского духового оркестра. В актовом зале собрались его коллеги и ученики, все, кто любил, ценил и уважал Бориса Попова. Для многих его уход из жизни стал глубокой личной трагедией. Наверное, потому что для него работа была жизнью, а ученики – семьей. Он не просто помогал мальчишкам и девчонкам получить профессию, но интересовался их проблемами, помогал в трудных ситуациях и радовался их успехам. Он был педагог в душе. Вот он родился педагогом. И для него не было рабочего времени, которое он проводил с детьми. Он никогда не был в отпуске без детей. Все свое время, вся его жизнь была посвящена детям. Он действительно заменил многим мальчишкам отца. И так как они слушали его, так как они любили Бориса Алексеевича, я в своей жизни больше такого педагога вспомнить не могу. В этот день у Бориса Алексеевича был бы день рождения. И очень приятно, что пришло очень много людей, коллег, знакомых, родителей. Светлый был человек и светлый след оставил. В память о Борисе Алексеевиче Попове духовому оркестру детской школы искусств номер 1 присвоено его имя.